дорогие друзья, итак, сегодня у нас выдача нового автомобиля Lada Largus Cross. Автомобиль семиместный, в комплектации Lux Prestige, цвет серое плато. Естественно, автомобиль 2021 года в кузове FL, серебристо металлике. Самые-самые максимальные комплектации. По комплектации я также это все расскажу. На данный момент автомобиль уже мы сделали с Ренатом осмотр. Он приехал к нам из Ульяновской области. Знакомьтесь, Ренат. Вот, мы уже сделали осмотр автомобиля и уже оформились. Вот, уже оформились. Сейчас машинка на шиномонтаже у нас в нашем шинном центре перебывается. Мы ставим Nokian Hakkapeliitta 9 205/60R16. Стоимость этой шины составила 31 тысяча плюс 1000 рублей. Полный комплекс переобувки. Значит, дополнительно Ренат заказал у нас полную антикоррозионную обработку всего автомобиля, то есть днище, каждой арки, скрытые полости, дверные проемы. Стоимость этой услуги составила 4500. И тонировка задней полусферы также 4500. Мы поздравляем тебя с покупкой. Спасибо большое. Стоимость, дорогие друзья, этого автомобиля составила 1 170 000. Напомню, Ренат сделал предоплату. В принципе, вообще все быстро получилось. Утром Ренат позвонил, говорит: Денис, хочу забронировать автомобиль, сделал предоплату 10 000. И уже, в принципе, после обеда, вот сейчас он уже хозяин этого автомобиля, просто ждем шиномонтаж. Все готово, обработка сделана, тренировка сделана, оформлена автомобиль полностью. Еще раз тебя поздравляю, искренне. Спасибо большое. Быстро, понравилось, что быстро. Так все нормально, как обещал, так все и сделал. Да, как договорились, да. Выезжаем мы из шиномонтажного бокса, у нас поставили мы сюда зимние колеса Nokian Hakkapeliitta 9. Вот, и расскажу вам по комплектации этого автомобиля. Вообще автомобиль очень замечательный, Lada Largus Cross. Много делал доставок именно на этом автомобиле. И знаете, я очень доволен этим автомобилем. На самом деле высокий дорожный просвет, удобная посадка, фейслифт вообще меня в принципе очень сильно порадовал, так как в салоне автомобиля вообще добавилось много прекраснейших опций, которые действительно необходимы. Необходимы были этому автомобилю. Есть подлокотник у нас из материала эко-кожи. У нас на торпедо, давайте я вам покажу. На торпедо уже есть такие вот полочки вместимые очень хорошие. Здесь также и располагается. Здесь две передние подушки безопасности водителя и пассажира. Мультифункциональное рулевое колесо с функцией обогрева руля. Круиз-контроль. Мультимедиа. Камера заднего вида. Кондиционер. Подогрев передних сидений идет трехуровневый. Обогрев лобового стекла. Датчик света. Датчик дождя. 4 стекоподъемника располагается у нас вот здесь. Сиденье у нас из материала эко-кожа плюс ткань, салон серенький. Также присутствует лифт водительского сиденья по высоте. Сзади у нас, видите, в темное время суток выдача идет автомобиля, поэтому здесь задний подогрев сиденья идет. Также слот под зарядку и под USB присутствует. Ну, в принципе, многочисленные мои выдачи этого автомобиля. И там очень много по комплектации непосредственно. Я всегда это рассказываю про этот автомобиль с большим удовольствием и под большим впечатлением, потому что действительно этот автомобиль может это делать. Очень хороший семейный автомобиль и в то же время очень подходит для активного отдыха, для большой семьи, для мелкого бизнеса с хорошим объемным багажником. Здесь автомобиль семиместный, то есть три ряда сидений. Можно третий ряд снимать, и у вас будет полноценный пятиместный автомобиль. Плюс будет третий ряд форточек открываться, подстаканники, ремни безопасности, все как полагается. Цвет серое плато на литых дисках, с внедорожным обвесом. Наружные зеркала у нас тоже вот такие вот идут, как на Lada Vesta, в комплектации Lux Prestige, которая обладает функцией электроскладывания. Но у Largus, к сожалению, эту опцию еще пока не поставили. Возможно, скоро ее, наверное, поставят, я думаю. Будет у нас опция с функцией электроскладывания наружных зеркал. И плюс можно обратить внимание, у нас на переднем бампере здесь есть зона, куда будет, наверное, установлены у нас передние датчики
парковки. Так что вот так, дорогие друзья, поздравляем мы еще раз Рената с прекрасным приобретением, которое к нам приезжает, так сказать, да, с Ульяновской области и приобретает такие прекрасные автомобили.